с оружием, поддельными документами и в состоянии опьянения. Сургутские транспортные полицейские задержали пассажира поезда «Омск-Нижневартовск». Мужчина перевозил в сумке с двойным дном пистолет ТТ и российские паспорта на разные фамилии. Группа нацелена на выявление наркотиков плюс с собакой. Сопровождалась у нас поезд. Собака среагировала, начали дальше смотреть и обнаружили как бы пистолеты плюс 19 паспортов на разные фамилии Российской Федерации. Не сопротивлялся, как бы спокойно было изъято. У нас группа задержала его, все, доставили сюда. Здесь уже человек сейчас в данный момент находился в наркотическом опьянении. Полицейские сопровождали поезд. Оружие и документы нашли у 33-летнего мужчины во время досмотра вагонов. Пассажир перевозил пистолет ТТ 1939 года выпуска со спиленными номерами. По заключению экспертов, оружие в хорошем состоянии, пригодное для стрельбы. Патронов к нему у мужчины не было. Правоохранителям задержанный рассказал, и ТТ, и паспорта ему поручили доставить в Сургут из Тюмени. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Пассажиру грозит до 5 лет лишения свободы. Полицейские также устанавливают серийный номер пистолета и выясняют, совершались ли с ним преступления. По словам стражей порядка, запрещенные к перевозке предметы изымают регулярно. Чаще всего это холодное оружие и наркотики. В прошлом году было у нас копатели перевозили оружие, было тоже возбуждено уголовное дело. В этом году вот первый раз такая находка — боевой пистолет. Так перевозят травматические, переточенные. Ну, разное оружие, ножи перевозят.